Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Адвокат Джереми Хоган считает, что Ripple и SEC пошли на сделку, а значит регулирование может наступить уже до 22 февраля. Об этом он рассказал в своем новом видео на своем YouTube-канале. Кстати, видео у него набирает очень даже недурные просмотры. Об этом я упоминал вчера, когда комментировал заявление этого адвоката. Но сегодня, всего несколько часов назад, предположения Джереми Хогана были опровергнуты. На сайте court listener был опубликован документ совместного письма Ripple и SEC. В нем мы находим информацию, что как минимум до августа этого года никакого регулирования не будет. Если что, это письмо было отправлено SEC и Ripple в суд США Южного округа Нью-Йорка. Адвокаты сторон встретились и посовещались, и на данный момент не верят, что регулирование возможно. Кроме того, в письме также написано о том, что переговоры по урегулированию до сегодня велись только с предыдущей администрацией и в основном с бывшим председателем комиссии Джеймсом Клейтоном. А вот это очень странно, ведь Клейтон и его администрация давно покинули комиссию, которая сейчас находится в подвешенном состоянии. Ведь Гэри Генслер до сих пор ожидает назначения на свой новый пост. Но то, что регулирование пока что невозможно, не означает, что его не будет. Вся эта возня просто обязана им закончиться, иначе в этом нет никакого смысла. Пока что стороны согласились на то, что окончательным сроком станет 16 августа 2021 года. До этого момента что адвокаты SEC, что адвокаты Ripple будут собирать доказательства и аргументы. На этом фоне Ripple сегодня теряет почти 11% стоимости. Я понимаю только, что у многих людей все мечты и надежды обломались. Но я хочу уточнить, стороны также договорились о том, что как только какое-либо принципиальное регулирование будет достигнуто, они незамедлительно сообщат об этом в суд. В принципе, это может и не ждать до августа, это может произойти в любой момент, даже через минуту после публикации этого видео. Что еще тебе нужно понимать? Происходящие события с Ripple — это самый крупный судебный процесс в истории цифровых активов. Именно поэтому и сам процесс, и его результат задаст тон регулятора по отношению ко всей остальной криптоиндустрии. Поэтому, когда кто-то с издевательством говорит о том, что наконец-то Ripple прижали и так ему и надо, пусть знает, он выступает не только против Ripple, но против всей нашей индустрии. Кроме этого, хочу напомнить, что все переговоры, которые вел Ripple с SEC, до этого момента велись с прошлой администрацией и Джейм Клейтоном, который уже давно не управляет SEC. Сейчас комиссия переживает переходной период, пока новые председатели администрации не будут назначены. Также многие не знают, но мы видим комиссаров, которые публично высказывают свое несогласие с происходящим. Например, Хестер Пирс, один из комиссаров SEC, заявила, что принудительные меры никогда не будут хорошим способом обеспечить ясность. Бывший комиссар SEC Джозеф Грунфест, видимо, один из тех, кого действительно заботят инвесторы, и вовсе написал письмо, в котором уточнил, что нет веских причин для принятия принудительных мер против Ripple и что это принесет многомиллиардные убытки для его инвесторов. Ну надо же, все бы комиссары были бы такими, и глядишь, комиссия SEC начала бы выполнять свою настоящую функцию – защищать инвесторов. Гэри Генслер станет следующим председателем SEC. Пока что он не может занять этот пост, ведь его не подтвердил Сенат, но скорее всего это не будет проблемой. Сенат за демократами, демократ-президент и выдвинул Гэри на этот пост, так что я думаю, никаких проблем не возникнет. Но сейчас у Сената есть много других задач: коронавирус, новые пакеты финансовой помощи, стимулирование экономики, так что придется немного подождать. Лично я думаю, что мы можем ожидать какие-то варианты регулирования Ripple только тогда, когда Гэри возглавит комиссию. Поэтому меня не очень волнует это утверждение насчет того, что стороны на данный момент не видят регулирования. Я думаю, когда регулирование настанет, оно настанет быстро и молниеносно. Поэтому сейчас нам нужно просто расслабиться и ждать развития событий. Сейчас многие спекулируют насчет того, станет ли Гэри Генслер нашим спасителем, или он станет еще большей болью для инвесторов. Никто не знает точно, поэтому я бы назвал этот период, в котором мы находимся, достаточно неопределенным, именно поэтому устрашающим для цифровых активов. Да, мы находимся в булране, биткоин сегодня достиг 50 тысяч долларов, но есть такой неприятный момент, который неизвестно как закончится и который может сильно повлиять на рынок. Неприятно, когда ты не понимаешь до конца, что вообще может произойти. Гэри вроде бы понимает криптовалюту, он говорил о биткоине как о децентрализованной технологии, но в то же время как и о механизме, с помощью которого Китай отмывает деньги. Как видите, неопределенность сквозит даже в этом одном предложении. Что этот парень будет делать? Узнаем только со временем. Я могу точно сказать только одно: он действует всегда быстро и жестко. Поэтому как только его назначат, и начнется самый настоящий движ. Страшно? Да. Интересно? Тоже да. В таком пространстве мы живем, ребята. А меня зовут Богатейший Ди, не забудь поставить лайк. Это мотивирует меня на создание новых видео, а каналу помогает расти. А также подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Вы не понимаете банковскую концепцию. Все банки разваливаются. Сантандер, Дойче Банк, Королевский банк Шотландии, все они разваливаются. Почему же это происходит? Потому что мы имеем то, что называется частичное банковское резервирование. А значит, банки могут давать в долг деньги, которые они в действительности не имеют. Это уголовный скандал, который происходит уже слишком долго. Большинство проблем начинается в политике и центральных банках, которые являются частью этой политической системы. У нас есть контрафакция, ту, что вы иногда называете количественным смягчением, но в то же время скрываете это под другими именами. Это искусственное печатание денег, за которое вы посадите любого обычного человека на очень длительный срок. Тем не менее, правительство и центральные банки совершают это преступление постоянно. Это центральные банки. Центральные банки, комиссары, манипулируют процентными ставками. Когда банки разваливаются из-за собственной некомпетентности и хитрости, налогоплательщик по сути оплачивает это. Это узаконенное грабительство налогоплательщика. И пока мы не отправим всех этих банкиров, центральных банкиров и политиков в тюрьму, это будет продолжаться.